Тем временем льготники требуют вернуть безлимитный проездной на городском транспорте. О многочисленных обращениях от ярославских пенсионеров рассказали депутаты муниципалитета на внеочередном заседании. Люди жалуются, что зачастую возникает путаница в оплате использования документа с ограниченным количеством поездок. В итоге даже снизились продажи таких проездных, признают городские власти. Поэтому на заседании городского парламента было решено обратиться к областным властям с просьбой вернуть безлимитные билеты. Мы уже имеем статистику о том, что у нас количество граждан, которые ездят на нашем общественном транспорте, то бишь муниципальном, оно значительно уменьшилось. Большее количество, значит, стали пользоваться разовым, да, проездом. В прошлом году это было, вы помните все, значит, в пол, там с определенной скидкой, да. В настоящее время, значит, это без скидки, но тем не менее в пол цены. Вот, большая часть пенсионеров теперь пользуются разовым проездом.